Двухпредметный комплект фирмы Люше, номер модели 1971. Он состоит из юбки и блузы. Юбка на поясе приточном. В боковом шве молния потайная. Застегивается модель на петлю-пуговицу. И моделька с подкладкой. Спереди шов, переходящий в шлицу. Ткань юбки тянется достаточно хорошо, и она немного просвечивается. В блузе воротник-стойка, она с завязками приточными, с нагрудными выточками. Также в блузе есть талевые выточки, рукава длинные, вточные с манжетой и петлями-пуговицами. И по спинке застегивается на две петли-пуговицы, имеет вырез и талевые выточки, блуза без подкладки. Данный комплект вы можете заказать на сайте нашамода.бай.